Доброе утро! Наш сегодняшний день начинается с того, что мы едем на почту забирать Артёшину собачку. Наконец-то она приехала. Собачка, которую я заказала вместо собачки с фермы в конуре. То есть мы так ее не нашли. Так что это китайский аналог Лего Дупла, что ли? В общем, посмотрим. Ребенок в нетерпении. Понял, как. Хорошо, слава богу. У нас тут такие уютные дворы по пути встречаются. Мне не очень нравится. Видите, как машина стоит. Артёш, стой! Стой! Аккуратней, мало ли, машина едет. Ууу, красота! Тут фотосессии бы проводить. Здоровский, да? И такая куча с каким-то пакетом. А, это букет какой-то выкинул. У нас сегодня, кстати, субботник, но мы чего-то с Артёшей не собрались. Я не знаю просто, куда идти, а так бы я граблями часок поразмахивала. Получили посылку, на почте сидели полчаса, наверное. У них компьютеры подвисали, и так медленно все было. Нет, все-таки ходить по магазинам в выходные мне однозначно не нравится. Целая куча очередей. Мы заехали, купили мясо животным. Мне сегодня пришлось с утра коту Вискас сдавать. Вот. А Рекси в ее кашу тоже запихнуть какой-то кошачий паштет, потому что вообще все кончилось. А букеи там мне не нравится, поэтому я вчера не взяла. Ну что, долгожданная Артешина распаковка. Там не только собачка, там целый маленький набор. Ух ты, сколько всего, да? Где собачка? Вот собачка. Давай откроем. Он, кстати, типа аналог Лего Дупла. Дупла. Давай вытряхивать. Никак. Так. Где собачка? Вот собачка беленькая. Это... Тебе нравится собачка? Это... Тут еще есть зайчик. Или это кролик. Не знаю, кто. Наверное, кролик, если это ферма. И курочка. Петушок. И еще два человечка, у которых почему-то голова задана вперед. Мальчик и девочка. Но собачка-то красивая. Где она? Вон на столе, иди сходи. Вы представляете, эта собачка новенькая, она не помещается в эту конуру. Покажи мне. У него тут фигура, понимаете, йогой занимается. Вот новая собачка. Маленькая, да? Ну, нет. Реально маленькая. Она большая. Но эта конура еще меньше. Так что, это сыночек у тебя как в этом в стихотворении про даму. Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. И в пути собачка подросла. Пока к нам ехала из магазина по почте, она немножко выросла и перестала помещаться в конуру. Так что, я думаю, в конуре у тебя теперь овечка будет жить. Может, туда поместится зайчик? Нет? Заяц тоже не помещается, и курица тоже. Что за безобразие? Тебе нравится собака? Ты будешь в нее играть? И в петуха? Ну ладно, слава богу. Садись книжку слушать, давай спать укладываться. Меня что-то так вырубает, у меня голова болит. Эта погода, она, я честно стараюсь вам не жаловаться, но меня эта погода добивает просто. Вот этот бесконечный дождь и сумрак, это не мое. Мне нужно солнышко, и тогда я и сразу зажигаюсь. Уложила Артёшу и делаю маникюр. Вы будете смеяться, он меня посмотрел на мои руки сегодня и спросил: «Мамочка, почему у тебя нет красивого маникюра?» Вот исправляюсь. И опять тем же цветом крашу. Не повернуть мне меня, руки. Вот такой вот лак. Что-то не захотела я ничего другого. Вот он типа розовенький. И база у меня вот такая. Как я начала дома делать гель-лак сама, так я ее и пользуюсь. То есть это вот первое, что я купила. И топ у меня тоже из этой серии. Вот. Еще сейчас покажу. У меня есть вот такой вот красный лак.
Такой это Марина мне дарила. Он коричневый, вот такой вот. И он магнитный. То есть магнит подносишь и рисунок на ногте. Это типа вишневого какого-то. Это снова красный, как первый. Просто этот красный самый у меня популярный. Поэтому уходит быстрее всего. Еще есть вот такой вот лак. Тоже вишневый. Я что-то не особо разнообразная. И еще... Что у меня еще есть? Темно-фиолетовый. Но я им сейчас редко крашу, потому что он растекается очень сильно. И еще вот такой, который я не пробовала. Это буковка L, и он просто нюдовый. Я думала сегодня не накрасить лим, но потом решила, что хочу что-то поярче. Артёша решил сделать все, чтобы я вообще не успевала работать. Он поспал 1:15 дневной сон. Я стала делать маникюр, я в итоге полруки успела сделать. А я хотела сделать маникюр, пообедать и поработать. Ха-ха-ха. Да, сейчас в дверь позвонила моя мама. Она к нам сегодня в гости. Приехала уже, можно сказать. Вот, пришла. Что происходит? Я не понимаю. Трекса. Ты болта. Трекса, болта. С ней надо в броних штанах и в этих защитных сапогах. Иди ты мне! Невозможно! Все? Это так охрана работает. Мимо не пройдешь. Развивашки. У нас с мамой обед. А у ребенка развивашки. А еще рыбки там есть. Открой опять наклей. Где рыбки? Вот, вот здесь же. Две отрезанные дольки. Арбуз где? Будешь клеить? Да. Давай. Где дольки арбуза? Где арбуз? Это похоже на дольку арбуза? Нет. Нет. А это похоже? Да. О, давай тогда подклеивать. Мы ждем, пока мама положит вещи в машину, закинула финские товары и пойдем. Ну, кто-то поедет, а кто-то пойдет погулять. Артемий, пойдем нам в другую сторону. Пойдем туда. Мангал мы тут нашли просто великолепный. Обалдеть. Это где мы мой день рождения праздновали. Ой, а что это случилось? Сожгли. Обалдеть. Эти. Причем все. Кто-то тут ночью веселился. Вандалы, да. Смотрите, зонтики сожгли все. Нету ни одного целого зонтика. Ой. Да. Ну, стало их на зиму убирать. Все, что осталось от зонтов. Ну вот. Да, какая-то... Уровень культуры населения. Мы пришли на хафпайп для скейтбордистов. Артемий будет проверять себя. Артемий, ну давай, только не по луже. Покажи мне класс. Ты так разгоняться будешь? Аккуратно, вот отсюда давай, отсюда. Обалдеть. Аккуратнее, сейчас назад поедем.
Мы тут в парке пограничников гуляем. И тут новые установки привезли, видите? Тут на 9 мая у нас очень часто всякие мероприятия для деток. Экскурсии про военные времена. И сюда тут везде можно залезть, все посмотреть. Парк пограничников, да. А я думала, что мне будет холодно, потому что мы ходим, бродим, и надела свой костюм, и теперь мне снова жарко. Чего? Технически взорванный бронекумбу, наблюдательный. Ого. Вот в такой штуке сидел человек, а в него стреляли. Он оттуда наблюдал, из этой штуки. Это вообще какие? Ага. Они как это? Инопланетные. Инопланетные штуки, да. Нет, это все очень страшно, если представишь, что ты сидишь в такой штуке, и в тебя реально стрелять могут. Туда. Это Сестрорецкие болота, Маша. Красиво выглядит, да, прям хочется туда пойти, ягодки поискать. Да-да-да. Они там точно есть. Они там точно есть. Надо как-то проникнуть туда. Местные это знают. Ну, проникать-то там надо, мы же дальше заходили. Ты знаешь, что самое интересное? Я вижу дорожный знак там посреди болота. Где? Синенький, прямо по курсу. А, вон там? А, ну это, наверное, это. Так можно идти туда. Там, может, какая-то дорога. Да, ты помнишь, мы же тогда шли вот какой-то там дорогой, там же ездила машина по таким жопой раком, ты только это надо дальше пройти. Ты думаешь, прям выход там? Ну, наверное, есть. А тут вон какие установки, оказывается, мы их ни разу не видели. Сколько тут ходили вокруг и не замечали, что тут такое есть. Прямо на это такой? Полоса препятствий. На да на да. Мы сидели как на этом. Не, по-моему, ну а, только по-моему он. Длиннее. Да. На этот я не знаю, как запрыгнуть. Не залезть, тут всякие испытания. Курс молодого бойца здесь можно пройти. Да. Вот по этой доске можно пройти. Ну ты можешь ходить по всему этому? Пойдешь с бабушкой препятствия проходить? Давай, залезай как бабушка. Надо было 100 резинок, то что так сразу залезай на колесо. Так, с колеса на колесо. Опа. Ты жива, нет? Почти. Ну давай теперь сходи. С колеса. Опа. Молодец, вот сюда теперь надо залезть. Опа. Курс не пройдет. Бип, бип, бип. Вы самое слабое звено. Штрафные очки. Штрафные. Не говорите. Ура. Мы победили. А сюда пойдешь? Нет. Вниз ты хочешь прыгать? Да? Ну сюда можно только с той резины. В общем, приезд бабушки сегодня вызвал бурный восторг. Подожди, не прыгай, сын. Что ты будешь делать? Пойдешь на ту резину? Постепенно пойдешь? Ну, что будешь делать? Хочет вот на эту хотел. Разрабатываем баланс. А в обратную сторону хочешь пройти? Нет. А что, пошли в обратную сторону. Так можно еще вот так делать. А я чем хуже, я тоже хочу. Слезай, мать твоя, полезь. Ла-л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 а. Мне тебе хорошо, ты плечами там подпираешь. Да, я просто фиксируюсь. Тут эти поручни. Я уже все равно почти прошла. Ну почти. Так, теперь мы идем в тоннель. Мне самое интересное, я люблю такие штуки. Ой. Иди. Так, ты, кажется, как будто маньяк сейчас тут какой-то.
Ростов, добрая бабушка. Ты сейчас очень похожа на дедушку Вову. Звуки такие же сдаешь, и походка у тебя такая же. Из руки за спину, как он. Гена вещь прям. Как-то действительно. Так, главное затащить в какое-нибудь странное место и долго идти там. Я уже потеряла ориентацию, где мы находимся вообще. О, где-то там свет. Я чувствую, мы до Петербурга сейчас дойдем. Это как кроличья нора у Алисы зазеркали. Или где там, в стране чудес? Где выход дает? Я уже устала идти, как скрюченная бабка, скрюченные волки. Ой. О, вот там свет. Ну и что мы... Куда мы телепортировались? Все еще в Сестрорецке. Ну тут еще есть. А начали мы вон там. Все, мама уезжает, а нам пора домой. Кушать пойдем. Я тут сидела, упрямо монтировала видео по английскому. По курсу нашему. Сижу такая, думаю, все, сейчас посижу, даже если там до часу ночи. Но доделаю, вот, и, в общем, монтирую, думаю, все, сейчас осталось чуть-чуть, и тут, короче, там еще песенка пока-пока должна быть вставлена, я такая, блин, еще 2 часа работы, в общем, не судьба мне сегодня закончить, хотя я надеялась на это, но нет, ну, просто Артёш очень мало спал сегодня днем, поэтому не получилось, он просто все мои шансы поработать к нулю снижает. И завтра я тоже особо много не поработаю, потому что завтра мы поедем погулять. Надо как-то разнообразить наши домашние будни, что не могу сидеть много дома, и он тоже не может. Так что вот так. Поэтому мы с вами увидимся завтра. Надеюсь, у вас завтра тоже будет хороший день. И всем пока-пока.